И по иронии судьбы, сегодня же, 23 сентября, свой 62-й год рождения отметил бы мэр Александр Поляк. За неполных 3 года, когда Александр Владимирович занимал пост городского головы, запорожцы поверили в то, что город может стать лучше. Александра Поляка запомнили как жесткого, но болеющего за благополучие города руководителя. При нем началась новая история Запорожья. У нас сохранилось последнее интервью мэра Поляка, в котором он говорил о том, каким он видит будущее нашего города. По крайней мере, мне самому приятно смотреть на то, что происходит на улицах. Это уже останется детям, останется тем, кто создавал и восстанавливал город. С собой не заберешь, и мне есть чем гордиться.